Также приглашается в ринг мастер спорта международного класса Малабеков Омурбек, призер чемпионата Азии, мастер спорта международного класса Сакенов Эрмек, призер чемпионата Азии, мастер спорта Паренко Сергей, также является призером чемпионата Азии, и мастер спорта Канабек Оулу Азамат. Уважаемые друзья, сегодня я хотел бы отметить, что на основании закона государственного частного партнерства мы договорились с компанией «Газпромнефтьазия», и также по другим видам спорта у нас такая договоренность есть, чтобы ведущие компании страны поддерживали спорт. Сегодня генеральным спонсором и в последующем до Олимпийских игр будет сопровождать сборную компания «Газпромнефтьазия». По боксу будут они сопровождать. И хотелось бы сейчас вручить номинацию «Открытие года». Это подтвердили Азиатская конфедерация бокса. И вручение этой номинации сделает у нас президент федерации Бакыт Халмурзаев. Давайте поддержим, дорогие друзья, аплодисменты наших спортсменов. Главный тренер Владулхан Бекболатов. Ушло возьмешь билет из Тюркова. Андан тышкары на курама команданың ішінде ведущий басшылар ұспа, Шо бешеуіне біз бір жылдық стипендия берейін жатамыз. Общий суммасымен $25,000. Қазір мен бұларға екі айлық фонусынан беріп қой, анан ай сайын келіп тұрып біздің компанияға алып тұрышады. Ай сайын $500 алып тұрышады стипендия. Құрама ғамандағының. Бұрық, кенже осы да бұл Қырғызстанның болсын дүйіне дүзіне көтер ады. Азия чемпион олды. Чемпионат мираға қатышты. Ең технический максор олды. Бүгінгі күнде Украина үшін соғышып жүр. Профессиональный клубта. Аяқта уже рейтинг бойынша дүйіне дүзіне ойынша. Уже бірінші орында алып ады. Азатта біз ойладық та емне версікті. Ана тренировка барып келгенде алдарында машина алды, Toyota Camry деген. Құрсаты сенсем, техпаспорты менен уже номерін алып кече, бүдәрден қойды, ошан беріп қой айна.